В 11 серии сериала «Султан моего сердца» на приеме у Эсмы Анна ревнует султана, а Эсма – намыка. Анна обнаруживает пропажу письма, но Хашьяр никак не может найти переводчика и узнать тайну Анны. Султан объявляет награду за поимку Фитаха и разыскивает Салиху. Она же, устав от крестьянской жизни, решает вернуться во дворец сама и попадает в плен к Фитаху. Посмотреть очередную серию вы сможете 15 января.